сама. А камера новая? Зачем тебе? По трудам, я вчера забыла. Мы тут вам купили. Юбку делаете? Да. А кто у вас ведет? Валентина Андреевна. Желаю тебе счастья. Удачи, точнее счастья. На IQ температура все на отлично. Потому что это ужас. А у вас а день Кирилл? Кирилл где-то там в автобусе, а? У вас кто ведет? У нас в прошлом году была это Валентинка, а сейчас у нас Елена Гросу. А ты до пошла со школы? Ну, минут 13 надо ехать, минут 10. Ой, на черчение? У нас Людмилка вела черчение. Ага. Я помню, какие сдавала работы. Не, ну нормально, я все сдала по черчению. У нас, кстати, у вас в 10 классе уже черчения не будет. И какой смысл делать черчение Нового года? Вот так, чтобы помочь детей. Это у вас только началось черчение? Да. А, мы про тоже в 8 классе, точно. А буква? Ты каком? В. Ой, в Г. В, да, 8 Г. Как его зовут? Кирилл. Вот он там сидит. Зеленый это херня. Зеленый был. Второе кресло, да. А я его знаю. Да? Я у него тоже брала интервью. А, так вот он тебе зашел из этой братских колодец. А це у тебя нет, это мои глаза. Все не верят, что это мой цвет глаз. Не знаю, очень красивый, реально. Спасибо. Ну никто не верит. У меня есть линзы, но они для зрения. Я в них сейчас. Ага. У меня правый минус 3, левый минус 2, 75. Не, у меня просто левый минус 1 и все. Минус 2, минус 1 где-то так. Ого, нормально. Это у тебя с рождения, либо... С рождения. А, нет, я приобрела чуть-чуть. А. Подъедешь, буду сейчас домой ехать. И домой, да. Вот, через минуту выезжаем, наконец. Вы вообще не похожи. Я вам не сказала, вы не похожи. Я всегда не похожа вообще. Ну, в принципе, ну, типа, чуть-чуть похожи. Вы же, в принципе, девочка и мальчик. У меня, типа, говорят, что... Класс, прекрасно, спасибо. Мне говорят, что я очень на маму похожа, а он на папу очень похожа. Ну, не знаю, я не да, все, мы едем. О, бедные дети таскают. Все, мы поехали. У нас, кстати, Барсик был сегодня в классе, прикинь, сам зашел. Кто? Барсик. Он Костя, он не Барсик. У вас евродизайн, нет, у нас есть технологии. Он Костя, это Костя. Не знаю. А он как-то мы вели эфиры, и Костю показали на эфире декод. Что за освещение? Освещение. Освещение ужасное. Я автобус еще прихожу. Вам меня нормально слышно? А я на то. Один с вами и декод. Нет, завтра будешь вести эфир? А, завтра суббота? Конечно, буду. Куда я денусь, люди? Вы что? Давай. Куда едешь? До дома еду. Меня нормально слышно? Ты куда идешь? Домой еду. На английском? А, просто нет, на русском алоэ. Нет, симптом прям здесь. Алоэ и аватарка синим глазом. Вот так вот типа? Да. Алоэ, да, и аватарка синим глазом. Була на Одеському морі, конечно, була. У тебе в магазине уже покупали сумочки, да? Приветик, привет. У тебя есть магазин сумочек? Ну, типа там одежда. Первое слово. Один воев, нижний подчеркивает, шок, нижний воев. Привет. Привет. Привет.
кстати, веришь в пятницу 13-е? Да, потому что у меня сегодня дали стих выучить на 12 строчек. Это типа мало, но так как я учу, это жестко. У меня подруга, девочка, она уронила телефон. Она уронила телефон на камешку, у нее нет защитного стекла, она просто разбила телефон. Вот на весь экран.